отдали много одежды. Такая история. В общем, она советская одежда. Одна женщина копила всю жизнь и хотела, чтобы у нее были внучки, у ее невестки были дети. Ну, не внучки, внуки. Вот. И прождали, уже состарилась невестка. А вот такое мне даже кажется, что у меня было. Вот. И не потребовалось. Вот я тут смотрю ценники от носочков. Помните такие ценники советские? А вот футболочка я тут нашла. Год 79. Рубль 46. Со знаком качества, если кто понимает. Вот такие вот взяла футболочки я, а много еще для новорожденных отложила, отдам другим. Да, всякие такие вот штанцы красивые. И платьишки. Пошли спать. Ну, открывай, сиди, открывай. Что там? Это для тебя. Ну, а ты, а это для тебя. А это для... Ну, так вытаскивай, что там для тебя. Тебя золотое заинтересовало? Я не помню даже, что это.
А вот это помню. Ну, открывай, что это? Это сложный пакетик такой. Дай папе, я одной рукой не справлюсь. Папа, мама, это что для меня? Вику бросила с одним рукавом. Так, тихо, Вика, твои плечи. Нельзя никому показывать. А это что? Ну, высыпи на пол и посмотри, что это. Что это? Магнитики. Магнитики на холодильничек. Надеюсь, они деревянные, вы их сразу не испортите. Прошлые продержались месяца три. Можно взять по чуть-чуть, там прикрепить. На холодильник. Тоже неси туда. Она не против, когда ее кормят. Вы должны были стать добрее после еды. Не кушайте дельфинчика, кушайте грушу. Вы прогрызли в ней большую дырку. Теперь надо отложить туда личинку. Садись на грушу. Марсель, ты Маша? Я не Маша, я дельфинчик и груша. Спасибо за грушу. Маша после того, как поели грушу, съедают синего дельфинчика. И он падает с обрыва. На этом повесть кончается. Свинке совсем не понравилось в ванне. Сохнет бедняжка теперь на диване. Кто это? Гусь га-га-га-га. А это ежик, он колючий. Ежик. Кукла. А это зебра. Это лошадь. Привет, сынок, полосатая лошадь. А это зебра. Я, пожалуй, вот так. Лимонад. Я только голову. Ох ты, какой лимонад.